Дорогие болельщики, женский баскетбольный клуб «Спарта НК» от всей души поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения и удачи. Поздравляем вас с праздником! Итак, «Спарта НК», «Динамо», курс стартовой пятерки команд. Начинается первый период встречи. «Динамо» в игру вступает Кандис Дюпри, номер 4, Наталья Водопьянова, номер 6, Эпифания Принц, номер 10, Ребекка Брансон, номер 32, Симон Агастус, номер 33. «Спарта НК» в игре Соня Петрович, номер 5, Евгения Белякова, номер 7, Ника Барич, номер 9, Наталья Виеру, номер 15, Тиана Айдукович, номер 41. «Спарта НК», «Динамо». Наталья Водопьянова. Первый фол получает Ребекка Брансон. Thank you.
Ника Барич. Фол получает Симона Кастус. Динамо замена. Выступает Екатерина Лисина. Первое персональное замечание получает Тиана Айтукович. Соня Петрович, 3 очка. Наталья Воробьянова. Соня Петрович. Получает Евгения Белякова. Первое персональное замечание. Динамо замена. В игру вступает Елена Милованович, номер 9. Еще одна замена в команде Динамо. Возвращается на площадку Ребекка Брансон. Замена в команде Спарта НК. На площадку выходит Ксения Тихоненко, номер 12. Thank you.
Ход получает РВК «Франс». Замена в обеих командах «Спарта» НК. На площадку уходит Дарья Намок. «Динамо Курск» в игре. Ксения Тихоненко, Наталья Виеру. Наталья Виера. Екатерина Лисина. Первый фол получили Дорнуша. Динамо замен. Возвращается на площадку Наталья Водопьянова. Динамо 4 командных фола. Получает Наталья Виеру. Первое персональное замечание.
18-14 впереди «Динамо», закончился первый период встречи. Вас приветствует группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спартак», коллектив «Hollywood.ru». Уважаемые болельщики, в большом перерыве сегодняшнего матча состоится лотерея с розыгрышем эксклюзивных призов от «Спарты». Пожалуйста, сохраните лотерейные билеты и не расходитесь после окончания первой половины игры. Может быть, именно вам сегодня повезет. Второе персональное замечание получает Тиана Айдукович. Евгений Деликова.
«Динамо». Замена возвращается на площадку Симона Кастус. Эпифания Принц. Замена Спартанка. Возвращается на площадку Ксения Тихоненко. Пол получила Ника Парич. Екатерина Лисина. Неспортивный фол получает Соня Петрович. Thank you.
имени Белякова. Тайм-аут Спарта. Волейбол.ру группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спарта НК». Дорогие болельщики, ждем вас на следующем домашнем матче «Спарта НК», который пройдет во дворце спорта «Видное» в среду 26 февраля. Соперником нашей команды в Евролиге станет клуб из Хорватии «Новый Загреб». Начало игры 18 часов ровно. До встречи на трибунах. Вход бесплатный. За календарем игр и последними новостями клуба следите на нашем официальном сайте WBCS.ru. Второе персональное замечание «Динамо». Замена возвращается на площадку Елена Милованович. Замена в команде «Спарта НК». Вновь в игре Дарья Набок. «Спарта НК», 4 команды «Хвала». Yeah.
последние минуты первой половины встречи. Эпифания Принц. Уважаемые болельщики, напоминаем вам, что на официальном сайте женского баскетбольного клуба «Спарта НК» можно ознакомиться не только с последними новостями клуба и игроками основной молодежной команды, но и со всеми тренерами «Спарта», а также с нашими многочисленными юными баскетболистами. Актуальное расписание игр, красочные фотоотчеты, полные видеозаписи матчей и многое другое на wbcs.ru. До встречи на нашем сайте и в социальных сетях. Тридцать семь. Впереди «Динамо». Закончилась первая половина встречи. Дорогие болельщики, поздравляю с клуба. Сегодняшним праздником «Прекрасная девушка.ру» Я Витю на мальчик, такая специальная. Сегодня вам вот наше поздравление. Желаем вам здоровья, счастливых, крепких и приходить к нам на игры. И гостей поздравляю. Великолепно играете. Сегодня мы разыграем 5 комплектов фирменной сувенирной продукции клуба. Суперприз, фотоаппарат, постер с общей фотографией Спарты и наш фирменный шар. А ну-ка, есть билетики? Покажите. Есть. Прекрасно, есть. Сегодня счастливый билет из Атадрона для девушки из нашей прекрасной группы «Квантерский голево.ру». Знакомьтесь. Балерина, спортсменка. Гимнастка. В баскетбол не играли? Рост хороший. Хорошо, идем ты на Тетрон. Первый приз. Шар. Спартак НК получит номер. А теперь открывайте и вытаскивайте. Какой же номер называете? Волка. 0, 111. 0, 1, 1, 1. Вот это армейский номер.
здорово. Итак, 0-1, 1-1. Кто же? Так. У вас 1-1 есть? Пока нет. Все покажет. Так. Хорошо. Кладите мне сбоку, крутите еще раз. Ваш шанс. Давайте. Здорово. Итак, мы из волка попадем на голову. Кому? 0-3-4-0. Ну-ка, где же та голова с таким номером? 0-3-4-0. 0-3-4-0. Кто же это? Прекрасно. Кто-то идет. Раз.
Поздравляем! Обладатель суперприза, признайтесь. Как вас зовут? Юлия. Чем вы занимаетесь? Удачно? Удачно? Да. Поздравляем и желаем удачи в баскетболе и во всех других делах. Спасибо вам, спасибо Оле Мудру, прекрасно. Давайте дальше. Вам помогайте, а вы работайте. Работайте, болельщики, сегодня надо помогать, потому что ситуация непростая. Спасибо вам еще раз. Следите за новостями в Твиттере, на Фейсбуке и ВКонтакте. Еще раз всем спасибо. Наша судьба завидная. Жить, играть и болеть завидная.
Уважаемые болельщики, напоминаем вам, что следующая домашняя игра «Спарта НК» пройдет во дворце спорта «Видное» в среду 26 февраля. Соперником нашей команды в Евролиге станет клуб из Хорватии «Новый Загреб». Начало игры 18:00. До встречи на трибунах. Вход бесплатный. За календарем игры и последними новостями клуба следите на нашем официальном сайте wpcs.ru. Начинается вторая половина встречи команд «Спарта» НК «Видное», «Динамо», «Курск». Первый фол получает Кендис Дюпри. Наталья Вера.
Бека, братцы. Второе персональное замечание получает Наталья Виеру. Наталья Водопьянова, первый фол. Второе персональное замечание получает Наталья Водопьянова. Соня Петрович. Наталья Виеру, третий фол. Спарта, замена, возвращается на площадку Ксения Тихоненко. Петя Зюбри. Четвертое персональное замечание получает Ребекка Брансон. Динамо замена на площадке Екатерина Лисина. Динамо 4 команды фола. Динамо замена возвращается на площадку Елена Милованович. Thank you.
Милованович. Первое персональное замечание. Спарта из замены. В игру вступает Ксения Левченко, номер 99. Габарич. Тайм-аут «Динамо». Приветствует группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спарта НК», коллектив «Hollywood.ru».
Второй фол получает Сони Петрович. Спарта НК, 4 командных фола. Замена в команде «Динамо» возвращается на площадку «Эпифания Принц». Замена Спарта НК на площадке Наталья Вегеро. Замена в команде Динамо. Возвращается в игру Екатерина Лисина. Идет последняя минута третьего периода встречи. Сорок 42, впереди «Динамо», закончился третий период встречи.
Коллектив Hollywood.ru, прекрасная группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спарта НК». Третий фол получает Наталья Водопьянова. Наталья Виньеру. Соня Петрович, третий фол. Получает Эпифания Принц. Первое персональное замечание.
Ксения Левченко. Динамо замена. Возвращается на площадку Кэндис Гилфри. Второе персональное замечание получает Симона Гастус. Ника Парич. Тайм-аут «Динамо». Прекрасный коллектив Volleyball.ru. Группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спарта НК».
Ребекка Брансон. Второе персональное замечание получает Эпифания Принц. Динамо 4 команды Хвала. Ника Барич. Тайм-аут Спарта МК. Третье персональное замечание получает Эпифания Принц. Соня Петрович. Thank you.
Меньше 2 минут осталось сыграть командам в 4-м периоде встречи. Тайм-аут, Спарта. Последняя минута 4-го периода встречи. Закончилось основное время игры 63-63.
Тот получает Кэнди с Дюпри второе персональное замечание. Четвертый фол получает Наталья Виера. Спарта НК 4 командных фола. Коллектив Hollywood.ru. Четвертый фол получает Эпифания Принц. Наталья Виера. Thank you.
Виталия Виера. Четвертое персональное замечание получает Наталья Водопьянова. Меньше 2 минут осталось сыграть командам в дополнительном периоде. Последние минуты первой дополнительной 5-минутки. Диана Айтукович. Соня Петрович, 4-й фол. Тайм-аут «Динамо». Коллектив Hollywood.ru. Группа поддержки Женского баскетбольного клуба «Спарта НК». Thank you.
Ника Барич, четвертый фол. С таким счетом победу одержала команда «Динамо Курск».